nece beksedim bilmirem. Kime benzeyir anlamıram. Kalbimde var ama diye bilmirem. Güzelliği anlaşılmaz. Ahanganı unutulmaz. Hiçbir hazine ile ölçülmez. O beni sevdi, ben de onu severim. Rab beni sevdi, ben Rabbimi severim. O beni sevdi, ben de onu severim. Rab beni sevdi, ben Rabbimi severim. Nece besledim bilmirem. Kime benzeyir anlamıram. Kalbimde var ama diye bilmirem. Güzelliği anlaşılmaz. Ahanganı unutulmaz. Hiçbir hazine ile ölçülmez. O beni sevdi, ben de onu severim. Rab beni sevdi, ben Rabbimi severim. O beni sevdi, Rab beni sevdi, ben Rabbimi severim. Ben Rabbimi severim. Ben Rabbimi severim. Аминь. Спасибо большое. Amen. Thank you very much. И сейчас мы хотим послушать одну особенную песню. And now we're going to hear to one very special song. Создал, чтобы ему служить, подняты они готовы ближнего убить, и жизнь суета вся без Бога. Бог уста создал, чтоб людям милость принести, а как часто обвинять других хотят они. И жизнь суета, вся без Бога. Сердце, что Господь нам дал, чтоб все ему открыть, ищи только для себя, чтоб лучше стать других. И жизнь суета, вся без Бога. Дети, кто забыты и не знают о любви, одиноки старики, кому они нужны? И жизнь суета, вся без Бога. И тогда Бог отрет все слезы с наших глаз навсегда. Ни плача больше не будет, ни боли, ни болезни. И смерти уже не будет. Нет прошлого, а все стало новым. И тогда Бог отрет все слезы с наших глаз навсегда. Ни гнева больше не будет,
ни жажды, ни войн, и страха уже не будет. Нет прошлого, а все стало новым. Он Господь, Он исцелитель тела и души, и открыл Он путь к себе, и хочет всех спасти, чтоб жили мы все вместе с Богом. Он Господь, Он исцелитель тела и души, и открыл Он путь к себе, и хочет всех спасти, чтоб жили мы все вместе с Богом. И тогда Бог отрет все слезы с наших глаз навсегда. Ни плача больше не будет, ни боли, ни болезни, и смерти уже не будет. Нет прошлого, а все стало новым. И тогда Бог отрет все слезы с наших глаз навсегда. Ни гнева больше не будет, ни жажды, ни войн, и страха уже не будет. Нет прошлого, а все стало новым. Все стало новым. Нет прошлого, а все стало новым. Все стало новым. Все стало новым. Hi everybody, good to see everybody here. Хорошо. Добрый вечер всем. Здорово всех вас видеть здесь. Yeah, I wanted us to hear this song because it's a song about God wiping all the tears from our eyes. Я хотел, чтобы мы послушали эту песню, потому что это песня о том, как Бог все слезы с наших глаз оттирает. Yeah, and maybe we can later talk, give you the link so you can listen to it privately. И, может быть, позднее мы можем предоставить вам ссылку, чтобы вы сами ее уже послушали. This song I heard in Russian for the first time in Baku. В первый раз я эту песню услышал на русском в Баку. In our church we had translated it for a special occasion. Это она звучала в нашей песне, в нашей церкви, и мы ее перевели для особого события. Because we had invited the workers, the medical workers from hospitals, nurses and doctors to a special meeting where we would honor them and tell them that we love them and appreciate their work. Потому что у нас проходило особое собрание для медработников, куда мы пригласили врачей, медсестер, медбратьев, и мы хотели оценить их работу, их труд. And this was a very touching song because, as I said, it really speaks about God wiping all tears from our eyes. Эта песня, она очень особая, потому что, как я сказал ранее, в ней говорится о том, как Бог вытирает все слезы с наших глаз. And there will be no more pain and no more death. И больше не будет ни боли, ни смерти. And everything has become new. И все стало новым. A very important message from the Bible. Это очень важное послание из Библии. Let's pray for a moment just together. Давайте вместе сейчас помолимся. Lord, we thank you that you are present and you speak to us today and you comfort us and you encourage us and you love us with your words. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня присутствуешь и Ты нас утешаешь, Ты нас ободряешь своими словами. We are not in hurry to rush away from your presence. Мы не торопимся, чтобы убежать из твоего присутствия. We want to learn more to abide in your presence. Мы хотим научиться, как нам больше пребывать в твоем присутствии.
We ask you to speak to us today, and we want to hear from you through one another. Мы просим тебя, чтобы ты сегодня с нами поговорил, и мы хотим услышать от тебя через друг друга. Bless and encourage those who are in pain today. Благослови и ободри всех тех, которые сегодня имеют боль. And all those who are lonely today. Всех тех, которые сегодня одиноки. All those who have broken relationships that they want to be healed. Все те, которые имеют сокрушенные взаимоотношения и хотят быть исцеленными. All those who have burdens, secret burdens in their heart that are too big for them. Все те, которые в своих сердцах имеют скрытые бремена, которые для них очень большие. Bless all those who have failed. Благослови всех тех, которые потерпели неудачу. Who live in condemnation today and who are ashamed of their lives. Которые сегодня живут в осуждении и которым стыдно смотреть на свои жизни. Encourage them, speak to them about your thoughts about them. Ободри их и поговори с ними о твоих мыслях о них. Touch those who are with the broken heart. Коснись тех, у которых есть сокрушенные сердца. For those who have financial difficulties. Тех коснись, у которых есть финансовые трудности. For those who have hard time forgiving. Коснись тех, которым трудно себя простить. We ask you to heal people, heal emotions, heal memories, heal families, heal marriages. Мы молимся, чтобы ты исцелил их, чтобы ты исцелил их эмоции, чтобы ты исцелил семьи и браки. We ask this in Jesus' name. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Amen. Аминь. In John 11:35 is the shortest verse of the English Bible. Евангелие от Иоанна 11 глава 25 стих является самым коротким стихом в Библии. 35, извините. Yeah. It simply says Jesus wept. В простоте там написано: Иисус прослезился. And this is the situation when he has come back to Martha's and Mary's and Lazarus' home, and Lazarus is dead. Это ситуация, когда он пришел в дом Марии, Марфы и Лазаря, и Лазарь был мертв. And when he came to the house, he saw people mourning, and there was a very sad spirit there. And it says that he was groaning in his spirit, and he was troubled in his spirit. И там написано, когда он пришел к ним домой, у них дома он увидел многих людей, которые плакали и горевали. И написано, что Иисус сам в себе горевал. Yeah. And then in verse 35 it says, Jesus wept. И потом в 35 стихе написано, Иисус прослезился. This is a very important verse in the Bible. Very important to me personally and to all of us. Этот стих является очень важным стихом в Библии, очень важным для меня лично и для всех нас. And we could say, how could God, Jesus, who claims to be God, how could he allow this to himself, to be in this kind of a place where he publicly is weeping? И мы можем сказать, как вот этот Иисус, который говорит о себе, что он Бог, мог себе позволить оказаться в таком месте, где он плакал. How could he express helplessness? Как он мог выразить беспомощность? He is God. He can do all things. Why would he allow this to happen? Он Бог. Он может делать все. Почему он такому мог прийти с собой? You know why this verse is important to me personally? Вы знаете, почему этот стих для меня лично является важным?
It speaks about the value of the human experience. Потому что этот стих говорит о ценности человеческого опыта или переживания. Jesus was very familiar with that. Иисусу было это очень знакомо. And that made him to a great leader. И это и сделало его великим руководителем. It was not sentimentality, it was not emotionalism, it was compassion. Это была не сентиментальность, это был не эмоционализм, это было сострадание. Now the Bible is full of tears. The Bible is full of people who have cried and who continue crying. And the Bible is full of tears. Библия заполнена слезами, заполнена людьми, которые плакали, которые имеют слезы. You know, one of the psalmists says that my bed is wet with tears. I have been crying the whole night. My bed is wet with tears. Один псалмист говорит, что моя постель, она вся мокрая от слез. Она вся мокрая от слез. That's in Psalm 6. And then in Psalm 42, the writer says that the tears have been my food day and night. Это Псалом 6. И потом в 46-м псалме написано, мои слезы были для меня пищей днем и ночью. These are very strong testimonies, very strong and meaningful testimonies. Это очень сильные и значимые свидетельства, очень сильные. You know, in Mark 9, where there was a man who had a sick child, and he came to Jesus for the child to be healed, and Jesus asked him if he believed. And the man with tears, the Bible says, with tears in his eyes, he said, I believe, help me my unbelief. With tears he said that. В 9 главе Евангелия от Марка к Иисусу пришел человек, у которого был болен ребенок. И он сказал Иисусу со слезами, Библия говорит, он сказал ему со слезами, я верю, помоги моему неверию. It was a story full of tears. Это была история, наполненная слезами. He wanted to believe more, but couldn't, and he cried. Он хотел верить больше, но не мог, и поэтому он плакал. He was in a place of helplessness. Он был в месте беспомощности. Then in Luke 7 we have Mary, the woman who comes and is crying and crying, and she's actually washing the feet of Jesus with her tears. You imagine that? И потом в Луке 7 главе к Иисусу приходит женщина, которая плачет и плачет, и потом она своими слезами моет ноги Иисуса. Вы можете это себе представить? It was not a theological meeting. Это было не теологической встречей. It was not academic meeting. Это была встреча не академическая. It was a human experience. Это было человеческое переживание. And Jesus allowed that. Jesus allowed that to happen. And not did he only allow that to happen, but then he honored this woman for doing that. И Иисус, он позволил такому произойти, и он не только этому позволил произойти, он позволил, разрешил той женщине сделать это. I sometimes thought about that, and I thought, how many tears could that woman have had? How could she have so many tears? Я иногда думал о том, сколько слез же должно было быть у этой женщины, как много было тех слез. And how many tears people have in their lives? И сколько слез люди могут иметь в своих жизнях? Even apostle Paul, who was a great leader, strong leader, great preacher, number one preacher in the Christian church. Даже in many places he tells that he's actually crying, he has tears in the night. Даже апостол Павел, который был таким сильным руководителем, замечательным руководителем церкви, во многих местах он говорит, что у него были слезы.
He says, I'm serving the Lord with many tears. Он говорит, что я служил Господу многими слезами. It doesn't sound like a success story. Это не звучит как успешная история, история успеха. But it sounds like a human story. Но это звучит как человеческая история. And this is why we love that. We can identify with. Вот почему мы это любим, и вот почему мы можем отождествить себя с этим. There are two occasions when it is said that Jesus wept. One is here with Lazarus, and the other one is when he was looking at Jerusalem, and he wept over Jerusalem. Есть два места, в которых написано, что Иисус плакал. Первое место – это здесь, в истории с Лазарем, и потом, когда он смотрел на Иерусалим. What was he crying about when he looked at Jerusalem? О чем он плакал, когда он смотрел на Иерусалим? Yes, he had compassion. Да, у него было сострадание. He was crying for them being deceived. He was crying for their wrong decisions. He was crying for the future judgment that was coming to that city. Он плакал касательно того, что они были обмануты. Он плакал об их неправильных решениях и о том, что Иерусалим подвергнется суду. He was crying like a mother who would take care of them, who would want to care for them, but couldn't. Он плакал о них как мать, которая хотела бы о них позаботиться, но не могла. And this is an amazing picture of God. We very seldom we think about God as a crying God. И это удивительная картина Бога. Мы очень редко думаем о Боге, как о плачущем Боге. Psalm 56, verse 8, there is an interesting verse that says that the psalmist is saying to God that you have put my tears in your bottle. В Псалме 55, 8 стихе псалмист говорит, ты поместил мои слезы в свой сосуд. This is an interesting tradition. There is even a term for it. It's called lacrimatory or something like that. These little bottles that people would have for their mourning tears. Это очень интересная традиция. Она имеет особое название, когда люди помещают свои слезы в такой маленький сосудик. Yeah, little glass bottles and when they are crying for the person who passed away and they are mourning, they put their tears into that bottle and then they place that bottle with the body into the grave. Это такая маленькая бутылочка стеклянная, и когда человек плачет по смерти умершего, он помещает свои слезы в эту бутылочку и потом эту бутылочку хоронит вместе с умершим человеком. But it's interesting that the psalmist says to God that God, he doesn't say, God, you have put your tears into your bottle. But he says, God, you have put my tears into your bottle. That means my tears are your tears. И псалмист, это очень интересно, он не говорит, Бог, ты поместил свои слезы в свой сосуд. Он говорит, ты мои слезы поместил в свой сосуд. Это означает, что мои слезы, они стали твоими слезами. I very strongly believe in this, that God is so much aware of people's pain and of people's tears that he cannot let them go unnoticed. Я абсолютно в это полностью верю, что Бог настолько знает о слезах и о боли человека, что он не позволяет этому быть незамеченным. Because God is the God of all compassion. Потому что Бог является Богом всякого сострадания. Do you know him as the God of compassion? А вы знаете его как Бога всякого сострадания? He wants you to know him as the God of compassion. Он хочет, чтобы вы знали его как Бога всякого сострадания. You know, in theological terms, we call this time that we live in as a dispensation of grace. Выражаясь теологическими терминами, то время, в которое мы живем, называется диспенсацией благодати.
which is great. We live in we were born in an amazing season in human history. We were born in a season where grace is given to us. Grace is taught to us. Что является замечательным, мы родились и мы живем в замечательное время в человеческой истории, когда благодать была нам дана. But I would like also to call this time the dispensation of tears. Но я также хотел бы это время назвать диспенсацией слез. Because this is the time when we are crying. This is the time for tears. Потому что это то время, когда мы плачем. Это диспенсация слез. And there is a lot of room for that. There should be a lot of room for that in our fellowship. И для этого есть много места. Должно быть много места этому в нашем общении. I was just out of interest. I was studying a little bit today of the physical and the influence on us of crying. Like, how does crying affect us physically? Ради интереса я сегодня решил произучать то, как влияет плач, как плач влияет на нас на физическом уровне. And there were so many benefits from it. There was so much encouragement to cry. И в этом есть столько много пользы, есть много ободрения в том, чтобы плакать. There was almost like a message that you must learn to cry. Как будто есть за этим послание, что вам нужно обучиться плакать. Because it soothes your pain. Потому что это смягчает вашу боль. It relieves your stress. Это освобождает вас от стресса. Crying also helps to kill certain bacteria. Плач также помогает исцелить некоторые бактерии. Maybe for the coronavirus we should also just cry more. Может быть, нам, чтобы не заразиться коронавирусом, больше надо плакать. Crying even lowers our blood pressure. Плач также понижает кровяное давление. And something that is very valuable, even though it sounds kind of not so significant, but it cleanses our emotions. Crying, tears, they cleanse our emotions. И также достаточно интересная вещь и та, что плач очищает наши эмоции. And it's interesting that weeping is actually one of the commandments in the New Testament. И очень интересно, что одна из заповедей в Новом Завете — это плач. It's in Romans 12:15, where it says that weep with those who are weeping. Это в Римлянах 12:15. Плачьте с теми, которые плачут. Have compassion. Имейте сострадание. Don't over-spiritualize people's needs and people's pain. Не одухотворяйте нужды людей и их неудачу. I actually, I was thinking about this time today. Sometimes as a pastor, and those ones who know me, I cry sometimes when I preach. Сегодня я думал об этом, что вы знаете, что я как пастор, и те, кто меня знают, вы видели, что я иногда во время проповеди плачу. And when I thought about this time today, I felt like, oh, I don't even want to talk. I just want to cry together. И когда я сегодня думал об этом времени, я подумал, что мне даже не надо говорить, я просто буду плакать все время. Because there is so much to cry about. Потому что есть столько много, о чем нужно плакать. Yeah. There's also a promise that, crying may come in the night time, but joy comes in the morning. This is a beautiful promise. Есть также обещание, что ночью водворяется плач, а утром радость приходит. Это прекрасное, замечательное обещание.
It's a great promise. Yeah. It's a great promise. Это невероятное обещание, великое обещание. You know, as a young person, I remember growing up as a teenager, and I didn't know how to cry. Я помню, что когда я рос и уже был подростком, я не знал, как плакать. And I remember even like saying to myself that why don't I know how to cry? Everybody else knows how to cry, and I just, what's wrong with me? Why is my heart so cold? I have no ability to cry. И я даже себе говорил, что не то со мной. Вот все знают, как плакать, а я не могу плакать. У меня нету никакой способности, чтобы плакать. And I really felt that something very important is missing in my life. И я чувствовал, что что-то очень важное в моей жизни отсутствует. Then later on, when I was over 20 years old, потом позднее, когда мне было более 20 лет, I had finished the Bible school. Я закончил библейскую школу. And I was working in Romania. И я работал в Румынии. And when I was in Romania, my father died in Finland all of a sudden. И когда я был в Румынии, то мой отец скончался скоропостижно. And God had prepared me in a beautiful way before that. God had, I mean, there are so many things that happened before that, that I came to that moment when I received the letter that my father had died. И до этого момента произошли некоторые вещи, которые подготовили меня к этому моменту. Когда я получил это письмо, из которого я узнал, что это произошло, я был готов. And the moment when I read the letter, I started crying. And I couldn't stop, and I cried, I think, 2 days and 2 nights. I was just crying. И в тот момент, когда я получил это письмо, я стал плакать. И я плакал много, целых 2 дня и 2 ночи. Я не переставал плакать. And you know, it was amazing. So much healing happened. So much cleansing happened. It was so important to cry for those 2 days. It was so important. И это было удивительно, потому что пришло столько много исцеления, столько много очищения, и эти 2 дня, они были очень важны для меня, чтобы плакать. I felt like God was like showering me from inside with my tears. Я чувствовал так, как будто Бог изнутри обливал меня моими слезами. Why am I talking about this today? Почему я сегодня об этом говорю? Because I want you to know that God knows your tears. Потому что я хотел бы, чтобы вы знали, что Бог знает о ваших слезах. God knows your tears. God knows your pain. Бог знает о ваших слезах. Бог знает о вашей боли. And this is the time of tears. И это время слез. In heaven there will be no tears. На небесах не будет слез. As that song says, He will wipe all the tears from our eyes. Как говорит эта песня, Он все слезы отрет с наших глаз. It's from the last book of the Bible, Revelation 7 and Revelation 21. It's a promise. Это слова из последней книги Библии, из Откровения 7 главы, 22 главы. Это обещание. And isn't that beautiful? Hear our cry? Что Бог не только слышит наш плач. But he really... That picture is so powerful that he takes our tears and puts them into his bottle as if they were his tears. Но он берет наши слезы и помещает их в свой сосуд, в свою бутылочку, так, как будто это были его слезы. Amen. Аминь. Amen. Thank you. Спасибо.
Amen. Thank you very, very much, Pastor Mati. Спасибо большое вам, Пастор Мати. Это было невероятное, невероятное слово. It was an amazing message. Мы хотели бы сейчас открыть это время для дискуссии, для вопросов и ответов. So we'd like to open this time for our discussion, for the questions or answers. Также если кто-то хочет поплакать, то, пожалуйста, это время плача. So you, also, if you would like to cry now, so that's the time. We are living in the time of crying. Или же, если есть свидетельства, or maybe you have some testimonies, пожалуйста. It's our time. Хорошо. Pastor Misha, do you remember that time when we had that meeting, special meeting for the med workers? Do you remember that? You were singing the solo in that song. I remember the song, but I don't remember the meeting. Probably I was so nervous when I was singing, I forgot everything else. Пастор Мати спросил, помню ли я то собрание особенное для медработников. Я сказал, что, честно говоря, не помню. Я, наверное, так переживал за то, как мне спеть эту песню, что я все на свете забыл. You know what really blessed me? Yesterday I was chatting with Pastor Toily from Turkmenistan. То, что меня благословило, вчера я, когда я переписывался с пастором Тойли из Туркменистана. Yeah, and we have a beautiful church in Ashgabat and also another church in Mari, Turkmenistan, where Pastor Toily is pastor. У нас есть замечательная церковь в Ашхабаде и замечательная, прекрасная церковь в Мары, где пастор Тойли является пастором. Yeah, and they are actually your neighboring country. И Туркменистан является нашей соседней Азербайджан с Азербайджаном страной. Yeah, and I really want to think about them more and really minister to them more if possible, if God gives you an opportunity. Just think about them. Я хотел бы, чтобы вы больше о них думали и больше им служили, если Бог дает вам такую возможность. Yeah, and Pastor Toily was just sharing how they, a couple of days ago, how they went to minister in a hospital and how they were sharing the gospel with people. And just everything that he was sharing, it was so touching. И пастор Тойли делился о том, как они недавно пошли в больницу и там делились с людьми, служили людям. Все, что он рассказывал, было таким ободряющим, замечательным. And right away I thought like this, that that's where Jesus would go. That's where Jesus would go. И когда он делился этим, я сразу же подумал, что вот то место, куда бы пошел Иисус, вот что бы он сделал. Yes. Amen. Пастор Игар здесь. Здорово видеть тебя, пастор Игар. Здравствуйте. Hello, добрый everyone. Привет. Я продолжу как ведущий. Окей. Okay. So I will continue to lead this meeting. Yes, please. Have you heard the message, Pastor Gar? Да, прекрасно. Я плакал. Pastor Gar says that while he was listening, he was crying. Мы недавно пришли домой, супруга и с Авиэлем гуляли. Recently, my wife, my son Авиэл, and we came back home because we had been walking around together. Я сидел на площади фонтанов, на камне, и мужчина подошел. So I was sitting right in the center of our city, Baku. It's called Fountain Square. On a bench, one man approached me. И сказал, вы приезжие? And he asked, are you guests here? Did you come from another country? Ну и мы начали общаться. So we began to talk. И затем он сказал, а почему Бог позволяет столько несправедливостей происходить в мире? And then he asked me, why does God allow so much injustice to be in this world? И он рассказал случай недавно, который произошел в Баку.
что трое детей из-за того, что не было еды дома, решили покончить жизнь самоубийством. Двое это сделали, третий не смог. And he told me about one story that happened in Baku recently, when three children that were left alone at home without any food, they decided to commit suicide. And two of them were successful in doing it, and one of them was not successful. Его вопрос был, почему Бог позволяет этим вещам происходить? And his question was, why does God allow these things to happen? Трудные вопросы. These are difficult questions. Бог плачет. God is crying. Бог любит. God loves. Бог дал все, чтобы люди получили освобождение, довольствие. God gave us everything so that people would have satisfaction in their lives. И мы даже плача, мы внутри радуемся, мы понимаем, что Бог вложил в нас это, как Филиппийцам 4:4 написано, всегда радуйтесь. Даже когда мы плачем, мы радуемся. And we, while we are crying, we are rejoicing inside of us, as it says in Philippians 4:4, always rejoice. И мы обменялись телефонами. Я сказал, что у нас по воскресеньям удивительные встречи происходят на Zoom. И он сказал, что пришли мне ссылку, я в следующий раз постараюсь подключиться. So we exchanged our phone numbers and I told him about our Zoom meetings that we have on Sundays. And I also gave him a link for that meeting. So he said that when he will have an opportunity, he would like to participate next time. Я также надеюсь встретиться с ним опять и пообщаться. And I'm also hoping to meet with him again and to fellowship with him. Да. Есть ли у кого свидетельства, может быть, комментарии? Пожалуйста, это время для нашего общения. So maybe some of you have questions or commentaries. This is the time for our fellowship. I think that it's really important to understand that compassion enables us to minister to people before they change. Я также думаю, что для нас важным является понять, что сострадание дает нам способность послужить людям до их изменения. We don't minister conditionally. Мы не служим условно. And because of that, we have this attitude and disposition to love everybody. И из-за этого у нас есть вот это отношение и расположение, чтобы любить друг друга. Не друг друга, а everybody. А, любить всех. Yeah. Is there a danger that we will love a wrong person? Есть ли опасность в том, что мы будем любить не того человека, неправильного человека? I wouldn't worry about it. I would say, let's love everybody and, as we say, let God sort them out. Я бы об этом не переживал. Я бы сказал, давайте любить всех, и пусть сам Бог всех вот так рассортирует. I love сортировать. Отбор произведет, пусть Бог сам. Распинать. У нас здесь вопрос, поднятая рука. Да, пожалуйста. Добрый вечер всем. Good evening, everyone. Сегодняшнее послание меня очень затронуло и вернуло в мое прошлое. Today's message touched me very strongly and brought me to my past.
Я хочу рассказать о том, как я пришла в церковь. Начну с этого. I would like to start from that time when I came to church. В 1995 году скончался у меня отец. My father passed away back in 1995. И, как сказал пастор Мати, я каждый день, каждую ночь я плакала. And as И так длилось три месяца. And as Pastor Mati shared before, after that I was crying every day and every night for the next three months. И вот накануне дня своего рождения я увидела сон. And right before my birthday, I saw a dream. I saw a dream at night. Я увидела, что я иду по тропе, и эта тропа заканчивается пропастью. I saw myself walking on a road that ends up in a cliff. Но у конца дороги есть два ответвления. Одна дорога вправо, другая влево. Ends with a cliff. But right at the end of that road, there is this fork. One road goes on the right, another road goes on the left. Повернувшись вправо, я увидела город, которые очень много людей, и они ходят в тумане. So when I turned my head to the right side, I saw a city where there were so many people walking in a smog. Повернувшись слева, я увидела такую картину. Это было небо. На небе была белая церковь, и на церкви светился, значит, крест, а рядом с этим крестом было маленькое облако. Эта церковь стояла не на земле. Я хочу подчеркнуть, что эта церковь стояла не на земле, а это была как бы, ну, все было, фон был голубой, то есть это было явно, что это небо. И белая церковь на небе. Turning my head to the right side, I saw a white church that was not standing on the ground. It was above the ground. There was a blue sky, and right on that church there was the cross, and there was a small white cloud next to the cross. Глядя на эту картину, скажем так, во сне, я какое-то нашла успокоение. So when I saw this picture in my dream, it gave me some rest or peace. Но я повернула вправо и пошла в эту толпу. But I decided to turn to the right and to head myself straight to the crowd with people. Но мысли мои остались там. But my thoughts remained on that church. И я каждый день себя спрашивала, почему я это видела, почему я, глядя на эту церковь, я нашла успокоение. And I was, я задавала каждый день этот вопрос себе. And after that, I was asking myself this question today: why did I find peace or this peace looking at that white church? Прошло 6 месяцев после этого, и был май месяц. So this way 6 months passed by, and the month of May came. Это уже был 96-й год. So it was 1996 now. Мне позвонила подруга и попросила с ней пойти в оперную студию. So my friend called me, and she invited me to go to the opera studio. That's where our church meetings were then. Это было воскресенье как раз. It was Sunday. И мы пришли в оперную студию. Когда поднялись на второй этаж, я услышала, что поет хор. So when we came there,
when we went to the second floor and I heard a choir singing there. Я забыла про подругу, забыла, зачем мы сюда пришли, и пошла по звучанию этого хора. So I forgot about my friend, I forgot the reason why we came there, and I went directly to the sound of that choir. И оказалось, что я поднялась прямо на сцену, и там стоял, как я сейчас помню, пастор Глен, потом, как я узнала, и пел хор. And it happened so that I went up to that stage where Glenn was standing. I didn't know him back then, and choir was singing on that stage. И он подошел ко мне, сказал на английском, я, правда, ничего не поняла. Потом подошел Филипп, переводчик, и перевел мне, so Pastor Glenn, что нужно обойти. Pastor Glenn approached me and he told me something in English. I did not understand him. Then his translator, Philip, interpreted. And Pastor Glenn told me that I need to go through the different обойти, way. Да, обойти и зайти с другой двери. То есть выйти из оперной студии, с другой стороны зайти. И я так и сделала. So he told me я that зашла. I need to go around that stage through the back door and then to enter into the hall. So I did it. Я зашла в зал, и хор еще пел, и я подумала, как хорошо они поют, как бы я тоже присоединилась к ним. So, and I came inside of that hall, and I thought, it's so amazing how this choir is singing. I would like to sing together with them. Я просидела в зале, прослушала, пастор Глен проповедовал. Я ничего не поняла на тот день. Я только слышала одно: спасение, кровь, спасение, кровь. Больше я ничего не поняла в тот день. So I sat through all of the meeting Pastor Glen was preaching on that day. I did not get anything. I remembered only one thing: salvation and blood. Salvation and blood. Я ушла с каким-то успокоением на сердце, и каждое воскресенье меня туда тянуло. So I left the meeting with some kind of peace on my heart, and every Sunday I was drawn to go back there again. Я забыла про слезы. I forgot about tears. И я каждое воскресенье начала ходить на собрания эти. And every Sunday I began to go to the church meetings. И потом, когда был прием на, значит, как его там, библейский институт, я пришла сдавать, не сдавать, а просто на собеседование. And later on, when there was an enrollment to the new Bible college semester, I came there to be enrolled. И со мной говорил пастор Роман, и он мне у меня спросил, а как вы сюда пришли и зачем вы сюда пришли? So Pastor Roman was the one to talk with me, and he asked me, how did I come there and why? Я не знала, что ответить, я просто сказала, Иисус мой спаситель. Он омыл меня кровью. Вот всего два предложения, которые я сказала. I said, I didn't know what to say, and I said, Jesus is my savior, and he washed me with his blood. These were two sentences that I said. Итак, я начала ходить в библейский институт каждый день. So this way I started to come to the Bible college every day. И потом, как оказалось, на молитвенном собрании пастор Кенде познакомил меня с Элиной. And later on, when we had our prayer meeting, Pastor Kende got acquainted me with Elina. И с того дня я присоединилась к хору, которым хотела. With Elina Ayrola, которым хотела петь. And from that day on, I became part of that choir where I wanted to sing in the very beginning. Вот так я и стала верующей. That's how I became believer.
Спасибо, пастор Мати. Thank you, pastor Mati. Спасибо большое, Мэри. Thank you so much, Mary. Помним тебя на сцене и соло твои песни невероятные. We remember when you were singing on that stage and your songs are just amazing songs. Было бы здорово тебя еще услышать. And we will be very happy to hear you again. Мы видим поднятую руку. We also see a raised hand. Пожалуйста. Please, Наибану. Да. Ничего, я просто хотела поблагодарить пастора Мати. I would like to say thanks to Pastor Mati. Я сегодня услышала такую проповедь, очень своеобразная проповедь. Today, я такую проповедь никогда не слышала за много лет. Today I heard very untypical, unusual message, such a message that I haven't heard for all of years. Мне очень нравится в Откровениях вот этот стих «И сотрет, и отрет Бог всякую слезу». Мне очень она нравится, этот стих. I love very much that passage, that verse from the book of Revelations, where God says that He will wipe away all tears. I love it. Но еще больше мне нравится вот эта мысль, что Бог собирает наши слезы. У Него есть такое, я не знаю, коробочка, Он собирает наши слезы. Он дорожит ими. And I love even more when it says that God collects our tears to his vessel, he bottles our tears, which means that they are very dear to him. Месяца два тому назад я написала одно стихотворение, и в этом стихотворении, вот как пастор Мати сказал, один куплет, в котором именно так и прозвучит, так и звучит. Я просто зачитаю его, если можно, быстренько. So about 2 months ago I wrote one poem, and there is one passage, one verse in that poem that sounds exactly like this. So I would like to read this passage. Да, это один куплет только. Наши чувства тревоги Господь понимает. Он вовсе не глух к молитвам людей. Коробочку рядом Он их собирает, и каждой слезой дорожит, как своей. So, God understands our worries, and He collects them into a special box that is right next to it, and He values our tears as His own tears. Я просто прочитала, потому что я посмотрела прямо как точно, как пастор Мати говорил 2 месяца назад, я так написала. So I decided to read this passage from my verse because it is written exactly as Pastor Mati said it today. Еще одно маленькое свидетельство я расскажу, маленькое. Оно может быть большое, но я его вкратце очень мало расскажу. And also one testimony I would like to say it shortly. Просто я вот за много лет в церкви я не перестаю восхищаться нашим Богом. Being many years in our church, I do not stop to be in awe of our God. Насколько Он, я Его нахожу, насколько Он живой, насколько Он слышащий, насколько Он рядом, буквально вот в нас самих, насколько, что это прямо заметно. I find God to be very alive, very close. He's very near to us. He's near to us in such a way that we can notice it. Значит, буквально несколько дней, дня 4-5 тому назад, мы давно уже дома сидим, но муж мне предложил, давай выйдем, погуляем. Я говорю, давай. So about мы пошли в парк. 4 or 5 days ago, because we had been sitting in our house for a long time, so my husband told me, let's go somewhere for a walk. So we decided to go to our boulevard. Да, мы пошли, в общем, сели там в парке,
И погода прекрасная, прекрасная погода. Все прямо... The weather was amazing. We decided to go to that boulevard and to sit there. Everything was beautiful. И мне очень захотелось, вот именно в этот момент, очень захотелось благовествовать. And being there, I decided, I wanted, I got this feeling very strongly to evangelize. И я говорю мужу, я говорю, знаешь... Я сейчас скажу Богу, чтобы он мне какую-нибудь женщину дал, чтобы я с ней поделилась бы об о нем. So I said to my husband, do you know what? I'm going to tell to God to give me a woman to whom I can share the gospel, to whom I can tell about God. У него реакция была такая, немножко он ухмыльнулся, как бы усмехнулся, но промолчал. So he didn't tell me anything, but he kind smiled at me. И я взором обратилась на небо. So и сказала. I looked at the sky and I said. И я сказала, глядя в небеса, Господь, если тебе угодно, если ты хочешь, дай мне такую женщину, с которой я могла бы поговорить о тебе. И прославить тебя. So I said, Lord, if you please, if you want, give me such a woman to whom I can share about you and I can worship you. И вы думаете, не прошло пяти минут не прошло, как вот эта женщина вот тут как тут появилась рядом, буквально рядом. So, правда, она сначала ушла, а потом оттуда она вернулась обратно. So in less than 5 minutes a woman just stood next to us. First she passed us by, but then she decided to return, and then she stood right next to us. И, конечно, я не ждала, чтобы она что-то сказала, чтобы она заговорила. Я сказала мужу, это мой шанс. И я сама начала с ней разговаривать. So, and и мы course, с ней разговаривались. I didn't wait for her to say anything or to share anything. I just said to my husband, this is my chance. And I began to chat with her. And we chatted with one another a lot. Да. В общем, мы с ней очень хорошо разговорились, как будто давно знали друг друга. И в результате, вот, наверное, часа два, уже мужу надоело сидеть, он ушел домой, я сидела. So и часа два мы с ней проговорили. So we talked with her really a lot. For another 2 hours, my husband wasn't able to wait anymore, so he went home, but I continued to talk with her. Ну и в результате мы с ней молились, она приняла Иисуса. And as a result, we prayed together and she accepted Jesus. Ну вот и все. Радости моей, конечно, не было предела. And of course, I had a joy beyond any measures. Здорово, спасибо большое за это свидетельство. Очень ободряюще. Yes, thank you. That's really great testimony. Very encouraging. И мы видим еще одну поднятую руку. So we have one more raised hand. Фарида Ханум, please. Во-первых, благодарю вас, пастор Мати, за это слово. Очень коснулось меня. Pastor Mati, first of all, I would like to thank you for the word. It touched me very much. Ağlamaqdan danışanda, söz düşəndə, demək, mən özüm də uşaq vaxtı heç ağlaya bilmirdim. Başqasının kədərinə ağlaya bilmirdim, bacarmırdım. Özümü incitsələr ağlayırdım, amma belə başqasına yox. Yəqin ki, məndə o mərhəmət hissi yox idi. Раньше я не могла плакать о ком-то, сама о себе, но, наверное, у меня не было чувства милости. Before I didn't know how to cry for somebody else, maybe for myself,
but not for someone else. Maybe I did not have any feelings of mercy. Ama ben yeniden doğulandan sonra ben öyle gün yoktu ki ağlamayayım. Mesela sevinç gözyaşları ya böyle her şey olurdu. Но когда я уверовала во Христа, нет такого дня, когда я не плачу, или слезы радости, или слезы печали. But when I became believer in Jesus Christ, since then there was not, there haven't been any one day when I haven't cried, maybe with the because of joy or maybe because of sorrow. Şimdi bir şehadetle görüşmek istiyorum sizinle kısa şekilde. Я хотел бы кратко свидетельством. So very shortly I'd like to say the testimony. Bu sene ben WhatsApp'ta gördüm ki bir sınıf kadın o bir şiir koymuş bu statüste. Okuyan değildim. Göz buna bu. Этим утром я увидела, как одноклассница моя в WhatsApp в статусе выставила некую информацию. So this morning I saw one of my classmates who shared a certain information on WhatsApp. Şiirin adı böyleydi. Yol göster. O beni elbeledi. Önüne başladı okumaya. Yol gösterin. O istedi ki çünkü onu o göstersin. Bu şiirin manası böyleydi. Это был и смысл этого стиха. Покажите мне. Это был стих, и смысл стиха был: покажите мне путь. So it was a poem, and it poem said, "Show me the way." O yol, o şeyden ben kısa bir iki tane ben diyeceğim bir iki tane. Onun dosu tercümesini bastırdı diğer. O ne yaptı? Yol gösterin. Ne yol ki? O yolda tek dolaşın. Ellerimi tutan eller, ele tutsun yıkılanda kalçıklara ulaş. Sonra yazır ki, o ben kısa diyeceğim. O yolda olmasın yalan. Hakikatle temizleyek. Bütün günahlarımızı yol gösterin. Ele yol ki, yani orada dedi ki, son olsa birce günlü temri görün, özen görün insanların temin yolu. Bu yol aktarılmasıydı. Было очень плохо слышно, но то, что я уловил, передам, в этом стихе говорит. Хакикаты актарылды. Что ищите. Я яман görmesin. Что истина покажет вам путь, и она осветит путь, правда? Так? Там говорилось, что покажите мне такой путь, где нет лжи, где путь наполнен истиной. In that poem, it was said, "Show me such a way where there is no any lie, and the way that is filled with truth." Ele bil ki, bak bu şiir mene sanki çağrış attı, çağrış bu seher. И этот стих это как вызов мне был. So this poem was like a challenge to me. Ben de dedim, ben susabilmem. Ben götürdüm o kadına ki. Bunun cevabı var. Bu şiirin yol aktarır onun cevabı var. Onun adına dedim günlerin cevabı ki 4-6'da yazılmış ki o hayat benim. Bunu götürdüm yazdım ona. И я почувствовал, что я не могу молчать. Я должна сказать. Я написала ей, что Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. So I felt in myself that I should not be silent. I need to tell her, and I wrote to her that Christ is the truth, way and the life.
Sonra isə mən bunu yazmaq ürəyim soyumadı. Sən səs attın bunu, başladın müjdələməyə də bunu. Necə var, Adəmdən Həvvadan İslam Məsihə kimi müjdələdim. Sonra da dedim ki, sən seçim eləyə bilərsən də. Bugün xilas ola bilərsən. Mən onu bu yolu göstərdim. Baxdım ki, sonra bir 22 dəqiqə ona 25 dəqiqəlik səs atmışam. O da qulaq asıb, çox xoşuna gəldi. Mən çox təsirləndi, mən yeni şeylər eşitdim. Bu bilik səndə hardandır, bu da hardı mənə belə. Çünki biz onunla görüşməmişdik. Bir-iki dəfə məclislərdə görüşmüşdük. O məni belə tanımırdı. Yəni, məktəb dövrü məni gördüyüdü. Yəni, çox xoşuma gəldi. Mən dua eləyirəm onun üçün ki, o xilas olsun. Я решила после того, как я ей написала, послала ей звуковое сообщение где-то на 20-25 минут, где рассказала все Евангелие. Она мне в ответ сказала, откуда ты знаешь это все? Мне так понравилось. Я ей предложила сделать выбор. So after that, I decided to send a voice message to her, 20-25-minute voice message, where I shared the gospel with her, and she responded, and she asked, where do you know this from? How do you know about it? Hem de ki onu, hemen o şiiri yazan kız soruştum, o şaire dedi ki, o benim kızımdı, o Gülnar Ümit, YouTube'da var onun şiirleri, bakabilirsen. Mən də dua edirəm ki, o qızla da danışdım İsa barəsində. Çünki o çox axtarır, çox dərin şeirlər yazır belə. Я она сказала, что этот стих написала ее дочь, и она известная писательница, что она выставляет свои произведения на Ютубе, можешь по ссылке прослушать. И я сейчас думаю о ее дочке, как бы пообщаться с ней. And she told me that that poem was actually written by her daughter. She has her channel on YouTube where she posts her poems. And now I'm thinking of also speaking with your daughter. Thank you very much. Спасибо большое, Фарида Ханум. Thank you very much, Фарида Ханум. И мы видим в чате, Марат приветствует всех. Здорово, Марат, что ты с нами. In our Рамин... chat box we have Marat, who greets us. It's great to see you, Marat, here with us. Рамин выставил ссылку на песню, которую мы сегодня слышали. Also, Рамин shared that link, the link of that song that we heard, we were not able to hear in the very beginning. Кто-то пишет, GM пишет, спасибо, пастор Михаил. Yeah, Gunel wrote, thank you, пастор Михаил. И Тимур пишет, пастор Мати, спасибо за это слово. Так мало я слышал на тему слез и плача, и о физической и духовной пользе слез. Это очень полезное духовное слово. Спасибо, пастор Миша и пастор Ильгар, рад видеть вас. Очень тоскую по вам и желаю встречи до слез. And then Timur wrote, Pastor Marty, thank you for that word. We hear about crying or about weeping not much. We don't hear much about it. And also of how physical and also about physical and spiritual value of it. It is very helpful. Spiritual word. Thank you, Pastor Misha and Pastor Ilgar. I'm happy to see you, and I'm missing you very much, even till the point of crying. Мы тоже спасибо, Тимур. Yeah. We also missing. We are missing you. Надеемся, что встретимся скоро, может быть, на грядущей конференции. So we hope to meet with you maybe next conference. Наше время подходит к концу. Может быть, последний комментарий? So we are about to close. Maybe we are going to hear the last comment tonight. Пожалуйста, кто хочет быть последним сегодня? Who would like to be? У нас поднятая рука, пастор Игар. Поднятая рука, пожалуйста. Yes, please. Да, спасибо большое, друзья. Пастор Мати, огромное спасибо вам.
Thank you very much, friends. Pastor Marty, thank you very much. И за эти свидетельства Наиба ханум, Мэри Фарида ханум, огромное спасибо. And for those testimonies, Наиба ханум, Мэри Фарида ханум, thank you very much. Когда пастор Марти говорил об этом стихе, самый короткий стих из Библии. When Pastor Marty pointed out that very short, the shortest verse in the Bible, from the Bible. Да, когда мы видим плачущего Бога. Yes, when we see the crying God. Я почему-то вспомнил, не знаю точно где, не начал это, не стал искать, но я вспомнил Елисея, когда он помазывал, по-моему, сирийского царя Иуя. I remembered Elisha when he was anointing a Syrian king Иуй. Он его помазывал и одновременно плакал. He was anointing him, but at the same time he was crying. Я точно не помню эту историю, но когда тот спросил, почему ты плачешь? I don't remember that story exactly, but when that king asked him, why do you cry? Why are you crying? Он сказал, что потому что я вижу, сколько бедствий ты принесешь израильскому народу. He said, I'm crying because I see all of these troubles that you are going to bring to the Israel nation. И я подумал, потом мои мысли дальше пошли. Я думал, когда Иисус был на кресте. And then I began to continue to think, and I thought of Jesus on the cross. И когда он говорил, что «Или, или, лама, сабахвани». When Jesus said, «Или, или, лама, сабахвани». Мы не видели, конечно же, мы это не можем видеть, но я представляю себе, я даже, нет, вообще-то я даже не могу представить себе, как Отец плакал на небесах. I couldn't imagine his father, our heavenly father, crying in heavens at the same moment. Потому что если этот пророк Елисей так плакал, что этот человек, царь, принесет столько много бед. Because if that prophet Elijah was crying for how, thinking of how problems that this king will bring. Невозможно представить себе, как отец плачет, когда мы видим, когда он смотрит на эту землю каждый день. We can't imagine our heavenly father crying when he looks at this earth, at this world every day. То, что сказал пастор Легар, тот человек задал вопрос, почему Господь допускает все это? Pastor Legar shared before about that man that approached him and asked him, why does God allow all of these things to happen? И отец плачет. The father is crying. Потому что он за это заплатил огромную цену. Because he paid a huge price for this. Он отдал своего сына, чтобы мы радовались. He gave his son in order for us to rejoice. Да, и сам Господь является прямым. Он сказал, что блаженны плачущие, ибо они утешатся. And the Lord himself said, blessed are those who weep, because they will be comforted. И меня это так ободряет, когда вот этот стих, то, что пастор Мати сказал, что отец собирает каждую каплю нашей слезы. So I am encouraged very much by this, as Pastor Mati said, that the Father gathers every drop when we cry of our crying. То есть он знает историю каждой нашей слезы. It means that he knows the story of every hour drop. Это не такие слезы. Может быть, вы видели фильм, старый фильм «Кама Грядеши», где император Нерон собирает свои слезы. These are not such drops as you probably saw it in that movie called «Кама Грядеши», where emperor gathers, collects his tears. Спасибо большое, пастор Мати. Thank you very much, Pastor Mati. Спасибо большое, Вилаят. Thank you, Вилаят, very much. Вспомнил в советское время один мультфильм крутили по телевидению. I remembered one cartoon that we used to have during Soviet time. Про маленького Мука. About small Мук. И Мук ходит по базару и плачет, и говорит,
я голодный, я несколько дней не ел, я один, я бездомный, мне холодно и голодно. So this small boy whose name was Muk, he was walking around and he came to a marketplace and he was crying and he was saying, I am hungry, I don't have, I am cold, I don't have house, home to live. И все слушают его и плачут тоже. So everyone who was listening to him, they began to cry too. И один продавец, плача, взял его и выбросил из базара. And one of the salesmen, he crying, he took him from the ground. It was a small boy, and he just kicked him away from that marketplace. И мы не так плачем, правда? So we do not cry this, right? Мы сострадаем. But we have compassion. Мы сегодня имеем радость, и мы хотим поделиться с людьми в этом мире, которые плачут. So if we have a joy, we want to share that joy with those people in this world who are around us. Много лет назад, когда моя дочь Оливия была маленькая, мы рассказали о том, что есть рай и ад, и неверующие люди, они, к сожалению, отправляются в ад. Many years ago, when our daughter Olivia was still very small, we told her how there is heaven and hell, and unbelievers they go to hell. И мы пошли на новогоднее представление в русскую общину. And after that, we participated in the New Year's celebration at the Russian organization, local Russian organization. Ей очень понравился один персонаж. She liked very much one character. И на следующий день в автобусе мы сидим, и она думает и говорит: пап, а вот тот дядя, он верующий или нет? And next day, when we were on a bus sitting together, she asked me, Dad, that man sitting next to us, is he believer or not? Нет, тот дядя, который вчера на представлении. That man whom we saw yesterday at that gathering at the Russian organization, is he believer or not? Я сказал, я не знаю, может быть, нет. I told her, I don't know, maybe not. И она начала плакать. And she began to cry. Я сказал, зачем ты плачешь? So I asked her, why do you cry? Why are you crying? Он идет в ад. She said, it's very pity that he is on his way to hell. Для меня это было большим уроком. To me, it was such a huge lesson. Вокруг нас столько людей окружает нас. So many people around us who see us. И у нас с вами есть эта истина, этот путь, о котором Фарид Ханум говорила. Покажите мне путь, люди вопиют. Покажите. And we have this truth. We know the way, and people they cry out and they say, show us the way. И давайте молиться и просить Бога, чтобы Он использовал нас. So let's pray and let's ask God to use us. Чтобы показывать людям этот путь. So that God would show this way to people. Давайте молиться и плакать за этих людей. Let's pray and let's cry for them. Хорошо, давайте помолимся. Okay. Let's pray now. Дорогой наш Господь. Our dear Lord. Спасибо тебе за твои слезы. Thank you for your tears. Спасибо за все то, что ты сделал для нас. Thank you for everything that you have done for us. И мы хотим иметь твое сердце, Господь, сегодня. Lord, today we want to have your heart. Используй нас сегодня так, как ты хочешь. Use us today as you want. Чтобы мы принесли надежду в этом мире этим людям. So that we would be able to bring hope in this world to those people. Мы принесли спасение. So that we would be able to bring salvation. Мы указали им на истинный путь.
so that we would show them the true way. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Lord Jesus. За эту привилегию быть твоими устами. For this privilege to be your mouth. Спасибо за то, что мы можем плакать с плачущими. Thank you that we can cry with those who cry. Спасибо за это слово сегодня. Thank you for this word today. И распусти нас с миром. And dismiss us in peace. Мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. We pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Аминь.